его авторство не подвергается никакому сомнению. Помните ту самую шайбу ворот Хабаровского «Амура», которую вроде бы сначала, показалось, забил Плетт, но переписали ее все-таки на Кронвелла, будут разбираться. Здесь Плетт сделал все сам. И, по-моему, сейчас Петр Ильич Воробьев в такой вот ситуации готов Плетта расцеловать. Ни мытьем-то катанием, ни самостоятельно, так после ошибки соперника. Обрезался кто? Егор Мартын. В средней зоне и с острейшего угла здесь Плетт четко посылает шайбу над плечом.